Всем привет, с вами Елена Смирнова. Это видео по онлайн игре с выводом реальных денег CryptoBurse.org. Значит, так вот она выглядит. Я уже сделала обзор по этой игре. Уникальность, доступность, надежность. 50 тысяч пользователей уже. 50 с половиной. 15 дней работает. Но здесь последние выплаты. Пополнение, последние выплаты. Значит, зайдем в кабинет. Я хочу вывести денежку. У меня тут майнится вход. Так, вхожу. Так, что у нас здесь у меня, значит, для покупок. И у меня на баланс 319 монет. Я еще ничего не собирала. Так, далее что? Так, мой профиль касса майнинг. Нажимаю. У меня куплена одна птичка. Так. Вот нанята вот это за 10. Так. Сколько она у нас? За 1000 монет. Это 10 рублей. И я купила себе птичку за 60 монет. Одну. И вот у меня уже добыто вот 40 510 вот этих коин монет. Значит, что у нас здесь? 100 коин монет равен 1 рублю. Нажимаю собрать. Так, собрано 405 монет. Значит, что? Для вывода у меня 5.62. Есть здесь серфинг сайтов. Можно зарабатывать еще, просматривать серфинг, как мы видим. Тут его предостаточно. Так, зона бонусов. Бонус еще можно взять. Кликаем по рекламке. Возвращаемся. Нажимаем получить бонус. Так, и у меня на счет для покупок зачислена 51 монетка. Так, возвращаюсь в мой профиль. И хочу вывести. Нажимаю заказать выплату. Так, платежной системы, как мы видим, очень много. Нажимаю Payer. Так, номер кошелька. Так, 563. Сюда сейчас введу платежный пароль и нажму заказать выплату. Так, я ввела платежный пароль, и вывод у нас идет инстантом. Вот моя выплата пришла, секундочку. Выплачено. Сейчас зайдем на почту и проверим наш вывод. Как видим, проект платит. Вот 5.56 моя выплата. Так, получен платеж. Проект работает, игра платит. Я выводила отсюда уже 10 рублей, сейчас 5 рублей. Ну, просматриваю серфинг. Ну и монетка мне майнится. Кому интересно, присоединяемся. Как видим, очень много пользователей. Ну что, на этом буду заканчивать. На главной страничке находится партнерская ссылочка. У меня есть видео на канале по этому проекту. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Пока-пока.